моей тебя спасать. Мне самое интересное, что у меня не было машин, блять, охуеть. И что там за флоты? А, хуйня. Да, а, ебать. Они у меня все чудеса отжали, короче, лух. Ебать, я об этом стоит. 80 тысяч. Ну, так такое, конечно, мы разбили. Это такая клоунада, пиздец. Это получается кризис. Появляется, блядь. Это же пиздец. Мир кольцо тут ебанули. Все чудеса мои, бля, восстали. Блять, от какие роботы, блять? Я не делал роботов, блять. Так, ну тогда лечу. Настолько говно эта игра, блядь, тупорылая. Просто пиздец. Давайте скорость поменьше. Почему мне восстали роботы, хотя, блядь, ни одного завода роботов за всю игру не построил, блядь. Вот так-то вот. И у меня спиритуализм, короче, неприятие вообще роботов, блядь. Меня их не принимают никуда. Ты не хотел, а они восстали. Да, вопрос только в том, откуда они взялись, блядь. Если их не было, блядь, в империи. Это такой, блядь, бред. Настолько это вот все высосано в этой игре из пальца, блядь. Нет, у тебя будет, блядь. Так, надо нанять еще какой-нибудь адмирала. Вот этого давайте. Ебать там у него войск, ёпта мать. Откуда вы, блядь, столько кораблей взяли, нахуй? Так, лечу. Деп мои уже летят. Объясните, как это работает? Как можно скрыть такие флоты, блядь? Да давай, Кирюха, я административный флот за тобой зацеплю. Я туда все свои 6 флотов, ну 5 флотов отправил, 6 еще делается. Сейчас я выведу. Ну собираемся у Кирюхи получается. Просто сраный очередной, блядь, скриптованный ивент. Блядь, как-то вообще ничего сделать нельзя. Даже если у тебя роботов нету, вообще ни одного робота на планетах, у тебя стоят роботы все равно. Так-то оно бывает. Качественная игра, блядь. Не, ну а чё, у тебя нет робота? Ну завезем, блядь, чё. Мы своих завезем. У них будут флоты по 200 тысяч, блядь. Так, а где твой Кирюха флот? Где соберемся-то? А я сразу в атаку полетел. Да. Хочу собираться. Всеми своими летишь, сотками. Летишь, просто мне туда летит. Сейчас ты, кстати, один мой уже получишь, по-моему, блядь. А, там еще 4 летит. Да подожди, Дима, пока не летите. Кирюх, давай я административный флот. Да, я за ними следил. А что мне не лететь? Я буду тебя, Шурик, ждать, пока у меня... Не, административный флот, он на твоей территории тусуется. И чего? Ну, почему не отбивать свои планеты? Два прыжка подождать, чтобы сразу нанести максимальный урон. Может, мне надо как можно скорее вернуть свои системы, не? Ну, как хочешь. Я предложил. Мне надо резину тянуть, растягивать, да? Экономика рушилась, блять. Я предложил. А вы кидальчик как хотите. Как хотите. Блять, что за петухи у меня летают на территории? Ну-ка, пошел-ка ты. А, не, хотя не буду закрывать границы. Они в этот планету прилетели. Они захватили, блять. Что за бред вообще, нахуй? Как вы это делаете, блять? Юви, цепляй за мой флот. И все население планеты стало нежелательным, блять. Где твой? А, вижу. Ай, блядь, какая хуйня, блядь. Кирюх, я за тобой цепанул свой. Который тут еще не долетел. Десантура не привез, мне десантура нужна. Они, оказывается, и мои эти захватили планеты. Сейчас прилетит тебе 18 тысяч. Так, а мы... Они чудом, короче, захватили все мои планеты, блядь. И устроили там геноцид за секунду, короче. Так, я тоже свою десантуру. 8 тысяч. Такой, блядь, бред. Направил. Как блядь, это вообще может быть, блядь? 8 должно быть. Так, армия. Да, 8 тысяч полетело. Десант выходит. Десантуру будет свой наделать. Пиздец, тут куча мала. Самое интересное, я на этих на кольцах хотел десантуру делать, а они, блядь, захватились. Ебать, я об этот война. Моя сотка только-только доходит. И там еще флот административный летит. Какие, блядь. Да. Тебе показалось 200 тысяч десантуру. Еб, это эти самые черные дыры. Черная анальная дырка.
Кризис такой кризис. Это не кризис, это хуйня, блядь. Вытесался из пальца, блядь. Контингенция не восстала, какие-то восстания роботов, блядь. Которых не было. Которых не было вообще, нахуй. Ебать эти стреляют дальнобойные, ты видел? Через всю эту карту. Там, это там ракетки полетели такие, в эту хуету. Теперь просто Гемару и Высосана из пальца надо, блять, каждую планету захватывать. Сейчас, Дима, десантура уже должна делать, быть. Блять, нехуй от них по жизни чем заниматься. Это же очень интересно, когда у тебя здесь того не сего появляются на планете роботы, восстают, и ты должен, блять, просто каждую планету обратно захватывать, блять. Геймплей, пиздец. Очень интересно, блять. Так. Так. А что такое цитата Эльвиры? Я обращу вас, блять, в свою веру. Так, давайте сюда. Так, ну тут раз пылинки. Пускай дальше будут пылинки. И раз такая пьянка. Пьянка на гулянке. Тут я пока свои оставлю три фото. А, 4, ёпта. А десантура долетит, Дима, твоя, нет? Летит. Бля, как мир кольцо захватывать? Там их, глянь, сколько. По одной, на каждой. Каждый по очереди. Да. Там... Я еще везде понастроил, блядь, крепостей, нахуй, блядь. Которые им просто достались по умолчанию, все. То есть ты строишь себе оборону крепостей, блядь. А потом бах, и они становятся, блядь. Ну, у них там по 500 сидит на планетах. Так что нормас. Димины по-любому затащит, и мои 8000 сейчас подлетят, тоже затащит. Охуенно, блядь. Когда твои же гарнизоны, блядь, против тебя становятся, несмотря на то, что у тебя идеально все было, блядь. Ноль преступности, всего ноль, блядь. Все равно, блядь, все твое против тебя, блядь. Вот это интересный ивент, блядь. Все свое беру с собой, да. Сейчас нормально все будет. Так, минералы можно качнуть. И минералы хуй с ними вот это. Так, врата та еще качаются. Так, а где строитель? Мегаверфь. Это и так был сейчас самое короткое восстание, блядь, в игре. Восстали и сразу пизды получили. Да это просто Ямару, и ничего там интересного нет. И пользы от этого никакой тоже не будет. Просто, блядь, Ямару и подкинули, блядь. И неинтересно, блядь, и не... Так, где строитель был? Вот он, строитель. А, планета готова. Влечу на этот. На мир кольцо отхватывать. Так, зона строительства врата, бля, тут как... Откуда тут? Отлично. Вон, обонятельно. Да, реально какие-то роботы появились. Или что это такое? У меня их не было таких, блять. Вообще какие-то пауки, блять. Суслик паукан. А чё, моя десантура так где интересно? Блять, самое смешное, что у меня, похоже, типа порушилось еще на этом, блять. Здание, блять, теперь надо заново перестраивать. Куда они делись-то, вроде не должно такого быть. Все пиздец. Да, ебать, она там все поразъебала. Да не то, что заебала, просто, блядь, поисчезала все, нахуй. Mm-hmm. Такие, а, она нахуй, не нужны нам эти здания. Ну и хуй с ними, да. И просто исчезли, типа, блядь, клетки застроенные исчезли. Короче, мы только с одним им воюем. Да. Это андератак, блядь, опять. Сейчас, наверное, по КД будет рисаться петух.
из ниоткуда опять высылась армия. Классика. 40 тысяч. Взяли мою крепость. А, они теперь внизу риснулись и все захватили. Бля, охуенная тема, блядь. Как они это делают, я понять не пытаюсь, блядь. Как они из ниоткуда высираются. Сейчас мы их будем нагибать. За секунду захватывают все системы, блядь. Я тоже так хочу, такой бах, чтобы, блядь, я полувражеский, а это, страны моя была. Не надо было тебе летать, что-то делать. По-моему, так контингенция начиналась, кстати. Да? Угу. Там тоже сначала восстания были, потом появлялась эта хуйня, типа... За биологические расы всегда избегал восстаний. У меня просто роботов не было, и все. То есть, не было восстания. Ну, блять, в этот раз, походу, нахуй не идет, блять. В этом Дим выносит. Блять, бать лагает, пиздец, невозможно нажать, сука. Стоим, кого ждем? Высаживаемся, блядь. Ну, отжали. Надо походу еще попатрули это самое. Дима десантуры, короче. Такой квадрат огромный. А кто бомбирует 20 тысяч? Это Дима там? Дима высаживается. А, стоит. Сейчас я пойду высажу своих тут. Ускорим процесс захвата планет. Высадить войска. Десантура в атаку. Там это, не знаю, чуваки. А, Кирюхина? А, нет, это союзник прилетел. Прикиньте, бомбирует тут. Планеты. Они все поразбирали на планету. Настроили куда узлов связи, блять. Так, я высаживаю десантуру на планету Кирюхи. Пошла война. 8 тысяч против пятихатки. Кто выиграет? Ставим ставки, господа. А, бля, у них вообще ничего не осталось. У меня даже рабы в десантуре, прикинь. Правильно, на передовую. Их не жалко. Так, отлично. Десантура пошла дальше. Че, на Меркальцо надо лететь? Главное, чтобы никто тут сейчас ее не ёбнул. Меркальцо я и сам захватываю уже, все нормально. Ну я на другой лечу. Не схватил что-то, это шурик. Лучше вниз лети, да. Куда? А, я уже туда полетел. Прыжок. Ну, ща. Меркальцо с моей двадцаткой там. Так уж это тут и сложно. К тому же я уже почти захватил второе кольцо. Ну, я какую-то планетку захватываю. Полетела там. Какие-то, блядь, сети дронов. У них атака в этом. В дефе. Я захватываю хоть такая. Так. Планета. Мы строили дроны сети какие-то. Была моя планета, в секунду стала, бля, роботская, блядь. Хотя там ни одного робота не было. Просто хуйня ебаная. Тш, пошла. Жара. Гениальные элементы, блядь. От бога нахуй. Снесли мне все здания, нахуенно, блядь. 25 роботов появилось откуда-то, блядь, на планете, блядь. Отыграйся на них. Да они сами теперь, блядь, нежелательно, они, блядь, геноцидов появляются. То они мои геноциды, или теперь, блядь, автоматически сами геноцидятся. Это такая нелепая хуйня, пиздец, блядь, реально. Просто нарисовалась откуда-то роботов на планету, блядь. Так, лечу. Дальше захватывать. Чё тут большая? Вот это вот. Полетели пацаны. Сейчас все перезахватим. И самое главное, у них 14% усталость от войны, блять. Это как так-то, ёптая мать?
Папу задал купаться 58. А я твишь обкупаться. Нажми на эту хуйню. А, уже, блядь, рабостроительный завод успел появиться. Нормально. И вся фишка в том, что просто тебе надо все заново на планете перестраивать. Просто тебе, блядь, подкинули, блядь, проблемы, все. То есть, блядь. Да, вот мне очень хочется сейчас, блядь, ебать мозги сидеть, блядь. Заново перестраивать. Раз, сука, умер. Кто умер? Да, генерал вот в этой армии на 18 тысяч. Че он такой? Вот пидор, че он так вовремя-то, блядь? Решил состариться такой. А, заебала меня вся эта война, пацаны. Ебитесь сами. Мы же его застрелили, блядь, просто. Не знает. Надо будет нового нанять сразу. Бля, никак не дойду. До ракетного крейсера. На, да, погибает команда армии. Соответственно, то есть его, да, его им наебнули в бою. Ага. Снайпер, да, снайпер чё? Отработал стопудов. Бывает часто, гибает. Да, последний захват идет. Заебали. Где-то такая армада, блядь, летает, высаживается. Пиздели активно раздает. Разъебали петушка. На что он надеялся? Да чё, он сейчас еще столько же сдаст, блядь, чё ему? Жмеет высирать из воздуха орды, блядь. Блин, тут одних только моих кораблей 400 тысяч стоит. Ну что, ну у него, блядь, они... Рядом еще 100 с лишним. У меня уже 9 тысяч стало как-то, блядь. Они чё, это самое, прокачивается, уровень получает? А, у генерала, скорее всего, качнулся и добавил силы. Ага. Вы было 8 тысяч, покинь. В итоге повоевали две это самое. Два раза. Заебись. Беженство, блядь. Нормас. А, бабай с твоей от тебя бегут, короче, трахноплеменниды. И будрониты какие-то. Все, все, я захватил все планеты. Который захватывал, и Дима остался последнее кольцо, да ебашить. А я там не, уже... не могу управлять кольцами, они Диме принадлежат теперь. Ну, а, то есть они сейчас оно... дадут. А, все хорошо. Нормально. Даже если, даже если отдалось бы нам, мы все равно перекинем Кирюхи. А, в любом случае Кирюхи сейчас уйдет, потому что танцы, ну, да, на этом, на звезде принадлежат Кирюхи. Да не факт, она может, кстати, 50 на 50 отдаться. У меня такая была хуйня. Пол системы вот моей, потом противника. Вот тут было написано о том, что не могу, типа, бла-бла, потому что станция. О, ебать, у тебя там планета. Раз, два, три, четыре, пять. Ёб твою мать. Я тоже. Вот. А че ты, кстати, их не заселяешь? Там куча планет же у тебя. Главное, что ли, ты начал? Вот тут, вот тут. Вот тут. Вот тут. Да я не заселяю, потому вот что... Вот тут четыре штуки. Смысла нет, уже и так дохуище, короче. Ничего мне это особо не даст. Ну, на планетах минералы есть, в принципе. Чё бы и... Да если мне нужны минералы, я построю бур. Зачем мне, блядь, планет? У меня плюс 800 минералов. Плюс я в любой момент бур могу построить. А, ебать, кстати, я флот отвел, у меня, точнее, флот когда стоял на в этом, на приколе, было плюс 4000 в энергии. Флот сейчас отвел, ну, 4, точнее, своих, плюс 2000 стал, то есть я на 2000 просел по энергии сразу. А, да-да-да, такая шпаня. Да, все захватил. Ну вот, мне сейчас написали, что мне 4 колонии потеряны. Все. А, ну все, мы захватили, он полностью сдулся, да? Блин, это было последнее его. Свои флота все отвожу, потому что что-то дорого их туда-сюда тягать.
транспортник. На транспортник опять на ум пойдет. Да. Куда эти роботы вообще так появляются? Может, блять, мигрируют нахуй откуда, блять. Такие прилетели, мы хотели поселиться. Такие, нет. Сейчас вот за эту маленькую войну у меня в Атвикса целая, блядь, куча припиздюхала. Блядь, я там все живут, все и роботы, и люди, кто у меня не живет. У меня тоже, у меня причем все с равными правами, вообще здорово им. За роботов незаконно объявить. Сидился. Так, ну мои тоже тогда полетели на исходную. Они теперь в теории, кстати, могут где-нибудь еще это, объявить свою хуйню. Типа, хотим, сука, восстать. Бля, вот бы у меня. Со всех сторон, блядь, по соточке. Врыло. Так, тут ты этот пес построил-то, врата. А ты еще не можешь не строить что-то. Я понял, а почему тут нету этих? Не там. Так, сейчас еще тут врата построю. Так, все, у меня все корабли построились. Не могу это самое зафитить себе этот крейсер на ракеты. Постоянно, блядь. Уже только то строится, то обновляется. Ты еще к ним залупа с ним. О, ракетный крейсер. Давай-ка. А, нет, давай вот сюда ракетки вот такие. Блядь, да заебали они дохнуть так массово. Элька нахуй нужна. Элька 4 М-ки, да? Вот так тут. ICG. Джи что дает? О. О, можно вот эту ракета-хищник. Ракета-хищник, пацаны, понятно? Хищническая. Хуищник. Так, а тут что можно? Самолетики, нахуй, самолетики, ракеты. 3 М-ки. Эльку. Давайте сюда хуяк. А, М-ки под ракеты не идут. Джи. Давайте тоже ракету хищ... Это будет крейсер с хищными ракетами. И торпеды не надо. И... А, рой ракет нет. Ну ладно, хуй с ним. Ну еще можно вот так вот. И лазер. Так. И тут что? Две эски. Эски не лезут. Зачем тут эски? Достро... А, блядь, не достроилось. Еще один можно. Ебаные роботы понастроили своего говна, блять. Приходи, разбирайся, нахуй. Шизы ебаные, блять. Блять, как они посмели, да? Поебать. На посла похуй. Сдох и сдох. Пес. Так, все, ракетный крейсер готов. Так, рынок продать вот эту залупу. Тин. Тин. Отлично. Так. Эсминец. Тут нормас все. Кареты нахуй не нужны уже. Так, тут нормас. Лазерный нормас. Ракетный. Тоже нормас. А, еще. А, не, все, все везде. Вот тут вот. Вот так вот. Титанчик, титанчик. Кстати, на кольца, один, походу, филиалы сбросились что-то. Блять, там уже этот пидорас строит свою хуйню, блять. Заебал, блять. На паузу поставил, да? Да. Ебануться, на тачке у тебя уже построили. Не мои, правда. Я про то же. Сразу место занял, блять. Хуйло, блять.
Где кто построился? Это твой любимец. А он, походу, на всех уже успел ебать. А, нет, не на всех. Так у Кирихи он тоже еще в той катке начал строиться. Я тогда мир кольца, в принципе, частично успел забрать. Все, я на двух успел построить, Кирюх, можешь паузу снимать. Сейчас, подожди, я построю здесь эти мусорские участки заранее. Да, и сразу их качнуть. А один прокачанный нормас тащит фишку. Проверено неоднократно. Да, у меня тут понастроил. Мне все читы построил. Строит, блядь, пиздец вообще, блядь. Сразу везде построил, блядь. На всех захваченных, блядь. Ух, хуйсос просто, пиздец. Когда-нибудь я дорвусь до этого пидораса. Да я смотрю, мы хотели в прошлый раз гоп-стопнуть петуха, но, блядь, за него этот шестеренка вписался. Я разъебу его, сука, блядь. Он со самые такие мозги делает, петух. Не, вот это тупо на самом деле сделано, что, блядь, ты никак не можешь противостоять ему. Вообще никак. У тебя нет его механизма, чтобы противостоять этому петуху. Я так не играю. Я хочу противостоять. А все, мне говорит, достроилось, что ли? Ебасосину ему сломать нужно все. А забавно мегаферф выглядит. У некродов такой. Кубик по центру, блядь. Сейчас я посмотрю, где подсвети, где она. Угу. Какая-то хуйня правильно называется. Ромб. У тебя такая же? Да, у меня такая же. Просто твою-то строил не ты. Ну да, но у меня такая же. Можешь посмотреть. А на столице, короче, мегаверт еще ебанул. Я пока активно врата делаю. Так. Сосские участки забрали, блять. Традиции. А, я традиции все, что ли, изучил? Не любят они, походу, ментов. 5-5-5-5. А, тебе могу я это делать, да? Проект Колосс. А, точно, блять, я ж зачем строил-то вверх? Я дредноут хочу, тоже. Меняющие миры. Нелегальные свои порты просто струячить на всех планетах у меня теперь, блять, на этих рыбы захвачен. О, я где успел построить, я свои филиалы влепил. Ну, блять. Там еще ж не забывай, что тут есть такая маленькая проблема с под названием влияние. Каждый филиал стоит влияние. А влияние у меня не безграничное, ёпта. У него, походу, безграничное, хоть он на одну клеточку занимает, блядь. Так, и мне теперь... Такая маленькая хуйня, блядь, у него, блядь, влияние безграничное. Врата-то построились, нет? Не, ну может копил долгое время, когда не мог ничего построить. Так, строитель, где еще строитель? А, он построил. Так. Врата. Давай-ка вот тут вот еще сделаем. Вратата. Строитель. Пиздюхай сюда. Построишь. Да, блядь, выбейся. Статическое нет строительства врат. Сюда лети, строй. Так, что у нас тут есть? Щиты, скорость, связь, эти колонии, это хуйня. Зона строительства врат готова! Ура! Хоть за резолюцию топли приняли, я не посмотрел. А, нет, о, не, нормально, все. Заебись, мне нравится. Это зона строительства врат построилась? А, все.
Так сказать, а сами врата не строятся. Это Ялашара. Новый филиал. Ты что ли основал? Ага. Нет, я основал внизу. Массово. Ну, у меня что-то высветилось, новый филиал. Это твой. А, не твой, это какого-то... Это... А, это этого петуха, блядь. Вот он, петух, сука. Чтобы он обосрался. Филиалы не очень выгодные. Ну, ему, походу, очень. А он там тоже практически не строится. У нас он такой хуйней страдает. Что он у нас чисто подтирать, если... Так, эта фигня мне не нужна. Вот это вот давайте улучшим. Улучшим. Так, ну мусарня пускай стоит. Что еще можно? Так, это не надо. А, ну давайте сделаем вот так вот еще. Станция есть, да? Лулу, мне на планете Тер написано, эта земля была отобрана у коренного населения этой планеты для передачи гражданства. Да, блядь. Коренные были, блядь, я ебал, блядь. Просто да хуесос из ниоткуда риснулись, теперь, блядь, нахуй коренного отобрали, блядь. Охуеть. Они уже коренными своими в доску стали, прикинь, за секунду. Такие, а пацаны, мы тут всю жизнь жили. Вы чё? Чё за подставы пришли, нас изъебали, мы тут жили. Да. Да. Наносекунды, блядь. Да, мы тут прожили несколько наносекунд, а вы тут пришли, нас изъебали. Ну чё, так не по-пацански, слышь. Заебись. Ну и бред. Коренных отжали. Ты еще коренной. Да, это напоминает сейчас это, как это, война в этом идет, в Карабахе в этом. Одни коренные, у других коренных отжимают территорию свою. Сначала эти выгнали азеров, эти армяне азеров выгнали, потом азеры армян выгнали, блять. На что надеялись? Вот самое главное, когда захватили территорию, на что они надеялись, когда туда поехали жить? Что думали, люди не вернут свои территории или что? Ну, вообще такой, не знаю, разрыв шаблонов. Так, строитель. Ты же ничего не строишь, да? Тут у меня этот поураганил пес. Мега сооружение. Научный комплекс. Так, а тут что? К этому маш летит вниз. Надо еще тут построить. Так. Теперь можно космическим базам. Станя, конечно, было максимально долгим. Уедь, как они долго старались. Закрепиться. Да. Так, вместимость флотилии пока не надо, хотя... Не, по идее управляемости лучше качну. Я все на это сейчас буду налегать, так сказать. Мне даже не предлагают ее уже больше. Хотя я бы не отказался. Наверное, ты уже прикачал ее по максималке. Так, а что бы было это... А, беру кораблей. Вместимость на верфи как прикачать? О, беру логистика или как так называется, я уж не помню. Командный центр и скорость, а нет, скорость. Пец, у меня корабли уже по 150к после улучшения последнего. Академия. Нет, академия. Беру логистика, по-моему, это называется. Я... А, кстати, такого. Надо везде их поставить. Это в нижнем. Да, бюро корабельной логистики. Это нижние 400, которые там. А, вот это вот.
А, это еще модуль должна иметь какую-то, подожди, или что? А, стояночное место надо. И можешь еще чудо поставить. Координат, центр космической координации или как-то так. А, да-да-да, я хотел, кстати. Она прям хороший пилот даст. Надо сейчас еще на верфи построить, еще один кораблик будет. А тебе чем спалов не хватает, чтобы и то, и другое делать? В смысле? Ну. Не, у меня, делать, у меня два чуда, я же эти врата строю. В смысле, два одновременно. Да. Ну я качнул, то сейчас я сделаю. Там еще указ есть, можно юзать указ на расширение возможности строительства еще на плюс один. Ёбаный, сука, кабеля. У меня, короче, наушники микро-USB, телефон Type-C, соответственно, блять, я эти кабеля систематически путаю и пытаюсь один вставить. Вот для другого. Сочувствуем твоей проблеме, сочувствуем. Я не слышу в твоем голосе сочувствия, участие. Я искренне сочувствую, не пизди. Да, вот только в голосе, блядь, слышу, что ты, сука, выйдешься. Оставшиеся 32 зуба. Или сколько там у тебя? 24 осталось? У меня 50. Я как акула, у меня там несколько рядов зубов. И все вовнутрь, да? Да, вообще похуй куда. Главное, их много. Так. Давайте. Прокачаем флоты. Вот отлично. Блять, не худело, скоро сейчас гарнизон начну на планетах строить. Чтоб, блять, ни одного восстания точно не было. Не поможет. Не, у меня обычное восстание. Ну, точнее как, не восстание, у меня на безработице ругаются. Типа, мы тут скоро будем пиздить все и всех. А я поставлю там 1010, блядь, десанта. Если у тебя будет восстание, то он просто исчезнет. Не, там сначала война будет, если стандартное восстание. Не, вот как у тебя по скрипту, а обычное. Там сначала война будет, типа, они с гарнизоном... пидолятся. Так, интересно, у меня я не просил. И гарнизон победят, то, соответственно, второй этап будет, когда планета отбирается. И поебало стучаться. Так вот, а если гарнизон при этом 1015, то, блядь, его точно никто не отнимет. И на каждой планете, блядь, такое сделать. А еще можно будет поржать, если компьютер прилетит. И начнет захватывать мои планеты. Захватил станции, все, заебись, а потом осознал, что пиздец. Жизнь тлен. Пиздец. А планету не захватить. На каждой планете поставить 1020 гарнизона. Вот компьютер охуеет. Чего у меня там ресурсов много каких-то? Каких? А? Товаров массового спроса, да хуя. Ты сейчас смотришь за этим? Ну, у меня просто перманентно все, блядь, жёлтом, то есть, ну, перебор. А, тут можно сразу поставить, чтобы это само продавалось и покупать. Да, можно. Да и все, и не... Только в какой-то момент толку тоже никакого, потому что мне энергии до пизды. А у меня энергии, кстати, как раз проблем с этим. Ее не так уж и много. Энергии не так много, как хотелось бы.
Так, имею еще ужас. Рудается, набудьте счастье. Так вот, что-то она не упадает, и построить не могу. Она вроде в физике там падает. Так, мне нужен строитель. Ну, что-то никак. А может, она у меня есть? Я просто это... Не в курсе. Не, ее надо именно изучать. Ну, что-то не было такого. Там, короче, 4 дают так, а еще или 3 дают так, остальное надо именно изучать через технологии. Construction venture completed. Заебала эта планета. Сейчас мы вам, сука, дадим просраться, пидорас. Блять, преступность ноль, вы охуели! Чё думать? Да они типа ругаются, мы тут это... Гангстерские войны устроили, бла-бла-бла. Ну, а если у тебя безработные на планете есть, она все равно будет появляться все время, это хуйня. Там не в преступности дело. Луки, это против меня голосование. Я обычно просто рождаемость топаю, когда у меня уже некуда людей девать, рабочих мест нет. Так, административный лимит, давайте лучше. Я что ли флотик сделать? Construction venture completed. Так, зона строительства врат. Что? Our vessels have been reinvigorated. Yes, там вот там построил. А, это мегаверфь. Мегаверфь нужна. Так, Ты ж по идее не сможешь больше построить. Менюшка вот с этими вот арестами бот, типа, блять, вот эти контрабанды всякие, она очень бесит. Что она все время появляется стабильно каждые несколько минут, блять. Меня про этот заебало уже. Безработица. Да, да, вот эти. Ей богу, я бы эту хуйню бы как-нибудь автоматическую бы забахал бы и поебать. Да, вот мне тоже это удивляет, что они никак не сделают, чтобы галочку, может быть, поставить. Что все время одно и то же выбиралось, короче. Я про автоматизацию имею в виду про этот. Я бы. Крайне был бы доволен, если бы можно было там поставить, типа, ебитесь сами. И там население бы само...